Всем привет, ребятушки! Сегодня суббота, 23 ноября 2019 год, 4 час вечера. Я приехал в Коломенский парк для того, чтобы погулять, просто походить. Вот, помните, да, я где-то вот на днях вам показывал, снимал для вас видео про лесу, вот. Но это было несколько дней тому назад. После того я где-то на другой день приехал сюда, также лесы в этом же месте не было. Вот, не было и все. Потом я на другой день еще раз сюда приехал, ее также не было. А сегодня 23 ноября 2019 год. В Москве сегодня под вечер стало пасмурно. С утра зато целый день светило ясное солнышко. Ветер сегодня есть. Но он кто есть, кто нету. Сегодня такой мороз. Довольно-таки так, если долго стоять на одном месте, кусается. Руки начинают мерзнуть. Где-то минус 3 градуса. И вот я думаю, подойду-ка я опять к оврагу, в это же место, просто посмотрю, есть ли здесь опять эта леса или нету. Но вот я подошел, и мне чуть плохо не сделалось. Снова она здесь лежит, на этом же месте. Леса, короче, это же. А вот я был здесь недавно, здесь еще даже эта трава была. А сейчас лежит такой небольшой снежок. Ну и не, короче, вот. И у меня очень сильно руки мерзнут. Хоть и минус 3, наверное, сейчас, я точно не знаю, но из-за ветра руки, конечно, мерзнут. В прошлый раз я смог ее вам показать в полном объеме. Она даже это самое встала, вот, во весь рост потянулась. И даже начала зевать. А сегодня вот она пока лежит. Я не знаю, как ей только не холодно. Ну, то есть она как бы делает вид, что она спит. На самом деле она кемарит, дремлет. Потому что животные, они не спят. Они это кемарит. А сама она на чеку. Вот, понаблюдайте за ее ушами. Видите, она делает вид, как будто спит. А на самом деле она все слышит прекрасно. Вот, она, видите, вот это ушами шевелит. А здесь, видать, это мышей очень много. Вообще, это ни для кого не секрет, здесь лисы водятся, да, вы можете посмотреть на ютубе, в принципе, есть, да, видео, некоторые блогеры снимают и показывают, здесь есть эти лисы, да, есть, они даже вот, бывают даже случаи, к жилым домам подходят, кто живет на этой, на Коломенской набережной, вот, поэтому лисы здесь обитают, да. Ну ладно, ребятушки, все, всем спасибо за внимание. Короче, я вам показал то, что она опять мне попалась, эта лиса. Она здесь, видимо, живет. Я заканчиваю свое видео, потому что у меня очень сильно руки замерзли. Все, всем спасибо за внимание. До свидания, ребятушки.